Ну что, тут я очень доволен, скажу вверх, все получилось. Теперь идем в скульптинг. Нет, не скульптинг, и мы идем теперь. Идем в объект мод и уничтожаем здесь. А, тут и мира есть. Вот так. Оставляем, как оно есть, да? Будем смотреть. Сейчас надо соединить их, а не соединены. Скульпт мод. Ну, давайте начнем с того, что уменьшим их. Очень они мне тут кажутся толстыми. О! Тут надо уменьшать. Так, а тут раздвигать вот так. Хорошо получилось. Ладно. Давайте скажем ему ремеш. Вот такой ремеш мы сделаем. Отлично. После этого можно править. Так, пойдет, да. А здесь сейчас мы, зараза такая, набросаем кое-чего. Но сначала надо сделать все правильно. Ну-ка сюда, это сюда. Инопланетянин должен вот так быть находиться. Да. Так, и здесь поменьше. Начинаем подыгрывать тут. Так, вот так, по-моему, будет хорошо. И надо его теперь смотреть спереди здесь. Шире ноги, площадь должна быть у него. Так.
Здесь у нас оно инопланетянина еще какой-то нарост есть. Но для этого нам надо ремеш произвести. Хотя бы вот так, 375. Ремеш, да. Здесь сделать такой наростик. Сейчас сделаем. Такой вот здесь. Но это большеватый. Но здесь нарастить тоже надо. Петка все-таки. Вот так. Да что ж такое-то? Флэттен. Попробуй. Да, флэттен помогло. Кстати, тут тоже не мешало бы флэттен сделать. Да, в принципе, да, только нам нужно вот это расширить. У него вот эта часть очень широкая. Поэтому мы сейчас ее так и сделаем. Так вот расширим. Так. А здесь накидаем клея. Тут вот. Так, ой. Что же такое тут накидал? Ладно, с этим мы по-другому разберемся. Вот так. Вздутие сделаем. Так. Сейчас похоже на такую ногу инопланетянскую. А почему же клей так действует дурацки? Не накидывает никаких. Нет, есть немножко, конечно. Но маловато. Ну, а далее три пальца больших. Это мы пойдем сейчас сюда. Вот. Возьмем. Что мы возьмем? Мы возьмем капсулу. А где она у нас? Мыши. Она помнит, что капсула у нас. Так, берем ее. Шаем. Переворачиваем R. R по Y. По иксу. Так. И тащим вниз. Сюда. Еще раз вернем. Так, это поменьше один палец. Сюда его.
следующий, Shift D, разворачиваем. Так, и еще один Shift D, сюда и разворачиваем. Смотрим сбоку, видим, что тут наворочили. Так, теперь можно сказать, что это и вот это одно целое. Ctrl-U. Нашли Sculpting Mode. И сварим сейчас это все вместе. Так достаточно будет. Все. Ну, собралось. Пора бы сохраниться. Ну а дальше уже проще. Берем опять же. Начинаем их соединять. Поболее надо ее сделать. Так, ну и давайте попробуем сделать тут эти не так здесь. Которая сужает, где она была, как сейчас помню. Это не оно. Так, где вот это? Да. Так вот. Все верно. Все отлично. Вот теперь это настоящие ноги. Джи. Возьмем вот это, возьмем. Не мешало бы тут поклеить. Так вот. Люблю, когда вот так оно работает, все красиво. Иногда так оно не работает красиво, тогда начинается лажа.
поменьше. Тут никто никогда не увидит, но это для себя. Вот так. Так и здесь тоже. Надо клей навалять. Это маленькое слишком. Ну-ка, стащите. Тут. В чем дело тут? Что происходит? Что-то непонятное происходит. Я вроде бы как клею надел сюда, а он вон куда убежал. Ну-ка, назад. Тут у меня всю ногу попортил. Тут засранец такой. Лучше уж я тут с этим повожусь немножко. Так, я думаю, что неплохо было бы его тут немножко подтянуть к этому, к телу. Во! Эту позу мы создадим при помощи костей, естественно. Так, смотрим теперь объект. Вот пошли, может быть, чуть побольше S или близ. Да нет, они короткие ноги. Все пытаюсь. Наоборот, SZ надо делать. Вот так. И поднимать сюда. Да. Ну и, естественно, Shift. Так, убираем все. Говорим. Mirror. Вот. Mirror, отлично, все встало. Говорим, что Mirror, дорогой, Play. А дальше выбираем все вместе, Ctrl-U. Идем в Sculpt. Так, видим, что оно не сошлось. Поэтому Ctrl-R. Делаем чуть побольше, можно вот так. И ремеш. Должен быть зеленый человечек-то. Вот, отлично. Ну и все. Теперь мне осталось только пройтись по ней по всей. Готово, да? Так. Горло бы еще собрать маленько. Так, соберешь, пожалуй. Все. Перенесем сюда. Нет, вот. Возьмем два шарика. Мышь. Сфера. Переворачиваем ее. R. X. 90 градусов. И тащим. G. Уменьшаем. Так,
сбоку смотрим. Еще раз меньше чуть. И ставим вот сюда. И Shift-D. Ставим сюда. Спереди смотрим. Чуть надо развести их. Вот такой вот у нас получился инопланетянин. Остальное будем доделать уже потом. Я желаю вам всего хорошего. Пока.